Как прекрасна наша планета Земля! Сколько много удивительных растений растет на ней! Но сегодня я хочу вас пригласить в удивительный мир роз. Вы посмотрите, как они прекрасные, какие они разные, какие они чудесные. Жаль, что камера не может передать их неповторимый запах. Но, по крайней мере, сегодня вы полюбуетесь их красотой. И вот мы в удивительном саду, где на 10 сотках располагается множество замечательных роз. Посмотрите, какие они разные. Цвета роз настолько разнообразны, от классического белого розового цвета. Они бывают и сиреневые, голубые, желтые, оранжевые. Розы бывают двухцветные. Настолько разнообразна их расцветка, что иногда удивляешься, насколько удивительный наш мир. Подчеркивают красоту роз великолепные компаньоны. Это дельфиниумы, шикарные клематисы, лилии. Когда все это подобрано правильно и гармонично по цвету, то это доставляет очень большое удовольствие, когда смотришь на эти чудесные композиции. В этом саду поют птицы, им здесь так хорошо. Работают пчелы, собирают нектар с этих чудесных цветов. Но больше всего мне нравится атмосфера в этом саду. Ощущение, будто я в раю на земле, где море цветов, радости и света. Сейчас мы с вами переместимся в другую часть сада, где очень много удачных композиций с розами. Вы увидите, как они красиво смотрятся с лилиями, с дельфиниумами, с клематисами. А также вы увидите, как красиво розы смотрятся на шпалере. Вот посмотрите, как красиво смотрятся розы на штампе. Такие величественные, такие большие красивые шапки колыхающихся соцветий. Мне было очень приятно гулять в этом саду, слушать пение птиц, наслаждаться красотой, которая окружала меня здесь. Обилие роз, клематисов, чудесные лилии, величественные дельфиниумы. Создайте и вы красоту в вашем саду, и вы получите массу положительных эмоций и мощный прилив сил для новых свершений.